1 мая с 7 часов утра в Чебоксарах ограничат продажу спиртных напитков. Алкогольной продукцией будет запрещено торговать в местах проведения массовых мероприятий. В эти границы входят торговые объекты на Красной площади, бульваре Купца Ефремова, проспекте Ленина, Президентском бульваре, улицах композиторов Воробьевых, Карла Маркса и Петрова. Запрет на реализацию спиртного будет снят 2 мая в 8 часов утра.